процессе стройки всякие мысли возникают. Вот беру и переделываю. Вроде бы залип. Да? На, в горба. О, я могу же прям с страйка стрелять. Во. Он, получается, усыпил раптора, а я усыпляю его, пока он раптор убивает. Всем здорова, друзья, с вами Паучи, это игра Арк, и сегодня мы продолжаем выживать с модом Eternal, а также модом Steampunk. Ребята, между сериями я переехал на другую карту. Произошло это по причине того, что карта остров начала очень сильно лагать, не знаю почему, но живность из Eternal стала очень активно появляться. И в параллель очень много появлялось обычной живности, и в итоге я так понимаю, что лаги пошли именно из-за неправильного спавна живности. Ну, в общем-то, я решил, что это нереально так снимать. Я отснял где-то 3 часа материала, все пришлось удалить в помойку с этими лагами. Играть так было невозможно. Я решил, что я переберусь на другую карту и выбрал карту Кристальные острова. Это очень красивая карта, я хотел в нее поиграть тоже. Но в итоге поиграем мы в нее сегодня. Ну и вся живность, которая у нас была, вот она перед нами, бабочка на плече. Не стал я делать Eternal Dodo, я думаю, что новую притамим, ничего страшного. И не стал Пигамастакса. Также, пока я снимал вторую серию на карте остров, я построил дом. Ну, я не стал себе отстраивать его заново, без видео. Я думаю, что отстроим его сейчас и потом займемся делами. Как я и говорил, я не хочу больше строить просто тупо квадратную коробку. Попробуем построить что-то более-менее лицеприятное. По кругу я поставил основания для забора, потому что они позволят нам грамотно поставить пиларчики. Вот таким вот образом на угол. Хочется мне вот такой дом. Я видел, как люди строят такие домики. Я построю не такой же, но, наверное, в этом стиле. Главное, чтобы все было на одной высоте. Так. Вот, я буду ориентироваться вот по этой нижней деревянной планке, чтобы она везде была целиком видна. Видна. Вот, видите, косячное окошко. Ну вот, примерно вот так будет. Такая хижина, огромная хижина в средневековом стиле. Не пойму, куда-то я воткнул пилар один в темноте. А, во, звук был, а пилар не вижу. Нашелся, засранец. Отлично, отлично. Мне пока что все нравится. Ну вот, первый этаж вполне себе нормально выглядит. Так, лестник я поставлю сюда. Нажимаем букву Q английскую и перемещаем, как нам нужно, да? Опа, нет, не так. Вот так. О, идеально ровная лесенка, которой можно воспользоваться, да? Так, пиларчики воткнем. Вот так. И вот так. Отлично, крылечко появляется. Так, здесь поставим каменные перилка. Здесь, здесь и здесь. Ну вот, ребят, более-менее на что-то сейчас становится похоже. Раз, два, три, раз, два, шесть. 12, да, у меня получается 16, да, должно хватить. Ставим уголочки. Раз, два, три. Получается, они сюда с этой стороны встают. Раз, два, три. И теперь с этой стороны. Раз, два, три. И последние. Раз, два и три. Во! Вот, теперь уже более-менее понятно, что и как будет здесь располагаться. Почему я не делаю винтовые лестницы? Они, конечно, красивые, но постоянно на них все багуются. Нафиг мне это не надо. Я здесь играю один, и мне некому вытащить. Придется ломать ее, делать заново постоянно. Нафиг. Теперь настилаем только крышу. Ну, главное ровненько это сделать, потому что она находится высоко, и что-либо менять будет неудобно. Зря я, наверное, столько сделал обычных. Ну ладно. Ну-ка. Во, все, по-моему, получается, если очень захотеть. Обход дома обнаружил косяк. Видите, не хватает одного пиларчика. Наконец-то у меня появилась не просто коробочка, а что-то отдаленно напоминающее даже настоящий дом.
Надеюсь, что он долго простоит, потому что любой Дина из Eternal его может разломать просто в хлам. Ну, я, видите, я навтыкал фундаментов, куда только можно было, чтобы здесь никто не спавнился. Это перебивает спавн Дино. Вот, вот, в углы навставлял. То есть я надеюсь, что внутри забора никто не заспавнится, а снаружи нас просто не увидят. Во. Постепенно, постепенно обживаемся. Да, кстати, для тех, кто задался вопросом, откуда у меня вот такая вот шапка, ботинки, арбалет. Почему-то именно в моде Eternal оно само появляется в инвентаре, когда рядом два каких-то дино из этого мода друг друга убивают или кого-то убивают одного. У меня почему-то постоянно в инвентаре появляются вот эти шмотки. То есть вот это у меня появилось за два раза. Один раз появился арбалет и серп, а второй раз броня. Кто-то кого-то там убил за забором. На самом деле это и прикольно, и не прикольно, потому что это немножко читерно, но все равно халява, это зашибись. Кстати, у того птера было 2000 выносливости, у этого 632 в прокачке, при условии, что одинаковый уровень. Вот так вот не повезло. Ну ладно. О, как это произошло? Прям возле меня в воздухе упал. Poison Raptor, походу, да? На карте Кристальные острова есть вот такие вот термитники. Там муравьи и жуки тусуются. Прикольно сделано. Вот опять, смотрите. Мне в инвентарь упали стрелы. Дротик. Eternal Kibble какой-то. Так, кожа, слиток и цемент. Во. О, кстати. Теперь мне надо опять цементную пасту. Ну, кстати, я могу ее сделать. Почему бы и нет? Так, и делаем сразу анунаки верстачок. Это все сюда. О, мне, кстати, что-то еще упало. Tiny XP Potion. 11 уровней, окей. Eternal верстачок. Eternal верстачок. Куда бы тебя запилить? А вот сюда под окно. Ну, такой прикольный. Анимированный. И что здесь есть? Ага, супер удобрение и постройки, да? Попробую пульнуть в кого-нибудь. На-ка. Пум. Интересно, оно в процентах наносит? Или в количестве? 17 тысяч, 20 тысяч. Вроде бы неплохо так нанесло. Даже не важно в процентах или в количестве. Блин, тут и Василиск у меня. Вообще веселая компания тут собралась. А ты какой Василиск? Просто Василиск. Зашибись. И он напал на Трайка. Но это он, конечно, зря. Лови-ка. Он этот может сломать? Оу. Вроде бы залип. Да? На, в горба. На, еще. Настреливаем. Трайк решил свалить, но как раз вот туда, на уступчик, где мне удобно настреливать. Он, возможно, не такой тупой, как рапторы. Вот это было бы, конечно, неприкольно. На-ка. Неужто вырубился? Да ладно. А что у нас вокруг вообще происходит? Пегас и Мегатерий. Эти киблы, я не знаю, что кушает Eternal живка. Пока что отказывается. Хотя уже 1000, наверное, спало. На-ка. Во, и начал кушать. По 0 там чего-то там. Вообще печаль печальная. Ну, что поделать. Приручается он очень медленно. Я решил все-таки закрыть его. Притащил ворота. Мне кажется, что так оно гораздо спокойнее.
Потому что рапторы активно перемещаются, они по-любому набросятся. Приручился. Вот тебе село. Так, стоять. Не, далеко не отходи. Подобрали. Я уже в одних портках, меня чуть не убили здесь. 127 тысяч хп, охренеть. Выносливость 19300. Вес 19200. Урон 1165 и скорость огромная. Вот это трайк. Вот это трайк. А я могу тебе дать такую штуку? Допустим. Я скидываю птера. Подобрать. А, да ладно. Вот это да. Я могу вот так делать. Вот это да. Это же очень круто. Можно подраться с таким же раптором, да? 5800. Неплохо. Давай, 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 пошустрее. Он не фармит мясо. Ну, как бы и ладно. Ну, давайте с ним тоже подеремся. Слабоват. Я чувствую, что завалим быстро. Еще разок. Есть. Так, что нам выпадало? Immortal Poison копье. Это хорошо. Стрелы забираем. Это что? XP Potion. 42 уровня. Че б тебе поднять-то? До 200 тысяч здоровья. Остальное все в урон. Ничего себе термитник здоровенный. А его можно сломать? Да, смотрите, ломается. И жукам не понравилось, что я сломал их дом. Вот видите, из каждой живки Eternal что-то падает. Что-то такое вкусное. Стрелы, по-моему, да, упали? Оу, это что-то нехорошее. Это что-то нехорошее. Кстати, почему... Это у меня голод или у Трайка? Я не понял сейчас. Почему у Трайка голод? Непонятно, он же должен кушать ягодки. Ты кто? А, это мегалозавр. А я справлюсь? О, 700 он мне бьет. Ничего себе. И поджигает. Вот это не прикольно. Ну, справился. Какие-то Eternal киблы. Что с ними делать, непонятно. Оу. Додо Рекси, валим, валим. С ним я точно не справлюсь. Сколько у тебя, интересно, жизни? Там в миллионах, наверное, жизни измеряется, да? Индоминус, что-то там. Доминус. Короче, 2 миллиона 880 тысяч. Это дохрена. Оу. Рекс? Что-то он набирает эту вот агрессию, когда я смотрю в бинокль. О. 340-й огненный рекс. 1 900 000 торпора. Да это офигеть. А это кто? Офигеть, мне досталось только что 2000. Кто это? Это Альфа Карма, что ли? Ну нахрен, валим, валим. Отвали. Валим. Пока живы. Отвали, блин. Фу. Он меня догоняет, да? Да. Надо как-то уходить. Найти бы потом свой дом. Отстает по чуть-чуть. Надо на болоте. Да, вот здесь мой дом. Надо бы на болоте посмотреть грибочки. Без них вообще беда. Редкий цветок. Цветок. Что за фигня? Мне рапторы скинули. От заразы, а. Надеюсь, я справлюсь с ними. Со спины подбежали. Это жестко. У меня здоровье все меньше и меньше. Отвалите. Отвалите. Блин, не вижу, сколько они мне бьют. Но, по-моему, много.
а по 1000. То есть он довольно крупный. Вот так вот я буду делать. Не достает. Ну, по 1000 терпимо. По 1000 терпимо. Есть. Блин, неужели я не выбил ни одного гриба? Мне грибочки нужны вообще нереально. Что это? Potion, XP, Small. 61 тысяча осталось ХП. Надо качать ему урон. Это что? Большой. А, все, я его вкачал в максимум, короче. Нет, смотрите, не вкачал. О, редкий гриб я только что выбил. Отлично. Да, вот они. Фу. Надо срочно сделать лечилки. А, получается, на них требуется редкий гриб и мэджу берри. Делаем, слава богу. Все, я здоров. Eternal Терезинозавр зеленый. Ну не написано, а вот это Poison Raptor. Но почему-то у Раптора больше набирается торпора. О-о-о-о-о, блин, невозможно смотреть в трубу на трайке. Надо всех лишних убрать. О, я могу же прям с трайка стрелять. Во. Он, получается, усыпил Раптора, а я усыпляю его, пока он Раптор убивает. Ой, нет-нет-нет. А, неплохо так набирается. В принципе, терпимо, да? Меня он не задевает. Давайте пробовать так делать. А, нет, он шлем мне сломал. Интересно. Как он мне шлем-то сломал? Стоять. Стоять. Есть. А что? Где? Тайминг поушен. Зеленая, да? Кушать он будет, наверное, прайм или что? Давайте Мэджо Берри на всякий случай возьмем. У меня есть киблы еще. Тайминг поушен. Ну и что? Положите еду, то есть он не ест эти киблы. Кто вообще ест эти киблы, блин? Ну, Мэджо Берри тогда. По 2%? Да ладно. Во! Дождался. Отлично. Посадим цветочек у себя во дворе. Ну что там, Терезина? А то я долго очень ждал, пока семечку мне выплюнет. Вроде никто к нему не приставал, да? Ё-моё, 22,4. О, то есть если аккуратно подойти к дереву, то он фармит, да? Отлично. Во! Иди сюда. Блин, как же долго я ждал. Очень редко он дает свои семена. Парочка семян есть. Пока что хватит. Осталось совсем немного, меньше 3%. Блин, я здесь провел, ну, часа полтора, не меньше. Это очень долго. Но ничего не поделаешь. А если бы он был 600, я даже боюсь представить, сколько бы мы здесь протусовались. Ну, как бы, ладно. У меня есть предположение, что надо какую-то специальную еду из мода делать, которой у меня еще нет. Видимо, ну, не должно быть таких долгих, наверное, приручений, да? Ну, посмотрим, будем разбираться. Давай, 5. Осталось тебе 4 ягодки съесть, 3 даже. 3 ягодки. 2 ягодки. Ну, есть. Наконец-то. Наконец-то. Экипируйте седло. А подожди-ка, я же могу, наверное, вот так сделать. Во. Подобрать. И маленький зеленый Терезина. Немножко обагованные текстурки. Но все равно он у меня на плече. Как бы там ни было. Очень даже неплохо все работает. А вон еще один зеленый Терезина. Какого уровня?
80-й. Ну, почему я не удивлен? Почему все тут 80-го уровня? Так, надо всех лишних убирать отсюда. А ты какой? Надо убивать его. Во. И 80-ю Терезину тоже. Отлично. И Раптора заодно. Отличненько. Нет, не скидывай меня, не скидывай, не скидывай. Блин, зараза. По 877 бьет, он где-то 400-й, наверное, да? Это 100% голем. О, Терезина в него плюнула своей фигней этой. Все. Ну-ка. Да. Ладно. Так, делаем седло на Терезину. И надо все лишнее скидывать. Ягоды, еду, тухлятину. Так, погнали-ка прокатимся на Терезине. А, сразу свист нейтралитет. Седло тебе. И урончик. Да, урончик-то пониже, чем у Трайка, да, судя по всему. Ну, хотя, кто его знает, на что он способен. Проверим на додошках. Слава богу, они здесь в достатке спавнятся. Дико. 1300, это немного. Накидывает он, получается, не оглушение. А, и оглушение тоже 18 тысяч. А какое-то замедление. А, прикольно. Ну, конечно, надо ему ХП качать и урон, да, получается. Чтобы он больше давал торпора и дольше проживал. Да, вот он его глушит. Ну, прикольно. Да, он нормально, нормально. То есть он не убивает, он оглушает. Положу я этого Трайка спать. Или убью. Раптора он как бы убить, я смотрю, не может. Еле-еле там что-то как-то. Да, положил спать. 128 тысяч я ему нанес оглушение. И Раптору до 200 добил. Но они мне не нужны, в принципе, пусть валяются. Но я доволен, у нас есть теперь оглушающий Дино. И в следующей серии, я думаю, мы кого-нибудь приручим уже поинтересней. Ну давайте, чтобы все было прям честно, вернем додошку в прошлое состояние. Теперь у меня все, получается, живности, кроме Пегамастакса. Что ты тут делаешь? Блин, я забыл его отсвистить. Собирает он, да? Все живности, кроме Пегамастакса, соответствуют тому, что было на карте остров. Вот там происходит таинство Этернал. Жесть. Ну вот, теперь все честно. Перейдем к именам. Птер получил имя самолет. Масхопс получил имя Эублефар. Это есть такая ящерка. Это научное название, я так понимаю. Раптор у нас теперь смелый. Бабочка вонючка. И Додо ледок. А на этом, друзья, я закончу серию. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.